Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Так, ивент. И помимо ивента, сегодня, ребята, мы пойдем на эпический квест. Да-да-да, вот он. Как раз на оливковую косточку. Замечательно. Ну что, начнем, пожалуй-ка. Что тут у нас будет за задание? Покажите мне. Ух, ё-моё. То есть цветочки, да, как всегда. Тут у нас, блин, зомби-бомжи и тому подобное. Что же делать тогда будем? Ну, вначале, наверное, вот так вот все-таки выставлять. Вопрос у меня следующий. Как мы должны будем прикрывать? Наверное, будут у нас... Эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то вы разогнались здесь, ребятули. Давай, наверное, вот так сделаем. Понимаешь, вот эти вот бродяги вот эти, которые сейчас пойдут, они будут перепрыгивать. Вон они, видишь, со взрывчаткой. Они будут перепрыгивать и появляться сзади. Вот. То есть, соответственно, мне нужно будет... Хотя, смотри-ка, мы можем вот так вот сделать. Я не знал, что здесь будет фасолька, кстати. Вот так вот, по делам ему. Так, что бы нам тут сделать? Ага, вижу. Так, кто-то там уже хрумкает. Ё-моё, уже хрумкает вовсю. Давай, друзья мои, будем наяривать. Сносить их всех к ядрене фени. Твою ж налево. Ты посмотри, как они далеко продвигаются, а? Кто здесь у нас еще? Эй, хорош тут лопать. Нахрумкивает там, понимаешь ли. Слушай, мы справились, по-моему. Да? Очень даже неплохо, кстати. Да что ж такое-то, волна идет и идет. Когда-нибудь закончатся они или нет? Все. Ну что, в плане, все, еще идут. Так уже, если смотреть по шкале, должно быть все, ребята. Ага. Упал последний зомби. Так, и мы с тобой вскрываем. 3 оливковые косточки. 5 карточек у нас, 5 семечек на двойной подсолнух. Ну и, как всегда, монетки. Так, я предлагаю, ребята, еще разок пройти. В принципе, ивент неплохой, довольно легкий. Ну и ты сам знаешь, что награды лишними не будут. Ну что, друзья мои, давайте повторим. Погнали. Выставляем, естественно, наших горохострелов на передний фланг. И будем с тобой использовать, естественно, удобрения, которые будут выпадать вот из этих самых зомбариков. Ага-ага. Разогнался парнишка. Так, куда бы мне... Фасольку пока не будем с собой, наверное, трогать, да? Монетку дайте. Вторая удобряшка. Кстати, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот так вот. Опа. И все. Оно тогда же, наверное, будет лучше, мне кажется. А может быть, я не прав. Может быть, оно не будет так лучше. Надо вылуплять, по ходу дела. Так, вылупили, да? Теперь здесь. Замечательно. Отбиваемся как можем. Блин, вот ненавижу, когда вот так вот они появляются, а? Так, секундочку. Вижу одного ребята-бродягу. А, он уже отдуплился. Быстро, быстро мы его наказали. Ну что-то там захрустел. Это не чипсы, в конце концов. Это мои любимые растения. И почему они повадились на дом Дэйва? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Не куда-нибудь, а именно на дом Дэйва. Непонятно. Так, ну что, прошли еще раз. Да что ты будешь делать-то? Еще раз с тобой прошли это испытание, так что давай забирать награду. Ну-ка. Примитивный орех.
лунный цветок и 1000 монет. Ну, что ж, что есть, то есть. Теперь наша основная задача — это пройти квест эпический. Поэтому мы двигаемся именно туда. Здесь заберем с тобой наградочку. Так. И вот он, квест. Плей. Будем отбиваться сейчас. Так, ну понятно. Приехала Пенни. Ага, там спортивный зомби, у нас бегун. Это плохо. Но оливковая косточка нам здесь поможет. Как раз против бегунов она топчик. Единственное, только надо узнать, где эти бегуны будут. Так, секунду, вот сюда еще поставим. Аки, бомби. Оу. Так, там у нас чувачок с факелом вышел. А я вот, ребят, не знаю, вот этот с факелом, он может уничтожить? Или не может? Сейчас посмотрим. Ну-ка, вот сюда вот я. Ну-ка, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Сожгет или нет? Не увидел ни шиша. Так, сейчас мы тут с тобой все заминируем. Ни один зомбарик не сможет просто пройти. Во-во-во-во, смотри сейчас. Сейчас, смотри, упадет. Оп, нормуль. Готов, хлопчик. Так, давай, наверное, вот сюда еще воткнем. И вот сюда. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Зомби, давай не шути так. Сюда поставим. Так, этот падает. Вдвоем, причем, нормуль. Блин, два бегут. Ой-ой-ой. Нет, все хорошо. Все у нас тут удачно получилось. Опа. Я думал, сейчас все-таки уничтожит нам одно растение. Но нет, ребята, его в воздухе подбил Аки, и он упал. Как видишь, все у нас тут хорошо. Да, оливковая косточка — это, ребята, круто на самом деле. Во-первых, ее нельзя поджечь, да? Во-вторых, ее, я не знаю, раздавить, в принципе, нельзя, наверное. И она уничтожает практически любого зомби сразу же. Бегун там или еще кто-нибудь. Так, а здесь у нас опачки. А зачем нам вот это все? Скажи-ка мне на милость. Мне такие подарки здесь как бы не нужны. Так, погоди, вы мне что, орехи-то только даете? Дайте что-нибудь такое боевое, чтобы я мог... Ага, вот так вот только, да? Только вот таким вот вы макаром хотите меня выручить. Берем с тобой удобряшку. Так, тут у нас везде будут оливочки стоять. Так, давай, наверное, сюда еще поставим. Слушай, а что будет, если мы поставим с тобой, например, на вот эту вот косточку, да? Удобряшку. По-моему, мы уже делали такое, я не помню, ребят. То ли она всех засасывает. Ой-ой-ой. По-моему, она всех засасывает в эту дырку. По-моему, так. Но это не точно, ребят, могу ошибаться. Так, фараон, ты сразу погибнешь или нет? Сразу же, вот это круто. Ну, бомби, бомби, не стесняйся. Косточка, давай вот сюда, наверное, влепим. А что это они не падают? Интересно мне знать. Почему они не падают? Так, а этот, интересно, может перекопать или нет? Опа, уменьшили мы их. Что-то они там...
там дергается, дергается, непонятно, что они делают. Давай тут, наверное, уменьшим. Сдуваем. Так, стоп. Вот здесь вот забираем удобряхи. Ну и используем их. Давай теперь сюда. И здесь. Так, объясни-ка мне следующее. Какую припугу у нас орех делает вот здесь вот? А, это чувачки с этими. С лопатами, видимо, перекопали, да? Перекопали, я понял. Давай сдувай их всех тут. О! Кстати, неплохая тактика, ребята. Ставишь оливковые косточки, да, вот эти вот. А потом берешь вот этим грибом, сдуваешь, и они все падают в эту яму. Все. Нормуль. Так, это у нас последние зомбарики здесь. Все. Ну что, прошли. Это у нас получается второе, да, как бы испытание было. Переходим с тобой на третье. Их всего здесь 5. Секундочку, где у нас? Ага, здесь. Погнали. Что на этот раз нам тут сделают? Покажите, пожалуйста. Ага, пушки, бочки, в общем, все дела. Чомпера, почему чомпера дали? Хм. Ну ладно, хорошо. Так, мелкие, да? И причем их очень много здесь, этих мелкашей. Очень много мелкашей. Ну, допустим. Чумперов-то с тобой сделаем здесь рядок. Бегут, бегут уже, сломя голову. А вот эта вот слизь, насколько я помню, ребята, она их, по-моему, замедляет все-таки, да? Или не замедляет? Ну, урон, по-моему, не наносит. О-о-о. Вот вас-то тут только, блин, и не хватало. Да провались ты, а. Провались ты пропадом. Окей. Ой, это подрывнички, ребята, идут. Которые взрывают все вокруг. Их надо как-то побыстрее бы уничтожить, на самом-то деле. Оп, провалился, все. И это прекрасно. Что, он упал? Так, давайте болгарский перец бомбим по ним. Так, погоди-ка секунду. А тут у нас получается... А чё он... Ага, а бочка это не проваливается, да? Выходит так. Получается так, ребята, бочка не проваливается. Блин, мне надо пушки тогда вот эти уничтожать. Сейчас кое-что с тобой сделаем. Поехали. Ух, отличный погром. И все-таки я хочу проверить, что он сделает. И ничего не понял. Просто побурлило и все. Зря удобрение только перевел. Так. Ну вот, в принципе, ребята, я считаю, что это испытание тоже было несложным. Даже довольно легким. Да-да-да-да-да-да-да. Все. Разобрались. Кстати, у нас 7000 монет. Можно что-то нам пропить, наверное. Только вот что? Есть ли какое-нибудь растение? Так, давай-ка переходим на следующий этап. Предпоследний, четвертый. Ну-ка, покажите мне. Блин, банки, усилители. Будут усиливать зомби. Или ускорять, или что, я не знаю там. Дейзи, это хорошо. Ты посмотри, а. Да ладно, по 3-4 банки, может, хорош уже. Естественно, оливки надо делать.
Давай, давай, давай. Видишь, ускоряются. Тут сейчас начнется трешак полнейший. Давай срочно так вот сделаем. Так, этого примитивного тоже нужно валить. Упс. Подожди, подожди, подожди. Слушай, а против, которые на шариках, чем будем делать с ними? Я вот не помню, Дейзи будет попадать в них? По-моему, попадает, да? Окей. Эй-эй-эй-эй-эй. Так. Мята. Усилили мы свои растения. Это круто, ребята, это круто. Так, давай сюда поставим. Ух. Обожаю, когда вот такой хаос. Но обожаю еще больше, когда мы в этом хаосе еще и выигрываем. Ни одной этой... Ага, во, смотри-ка, еще мята, ребят. Усиливаемся. Погнали. Тут еще и курицы, серьезно? Эй, подожди-ка, мы по поводу куриц не договаривались вообще. Я не прямиком туда, вон. А что, круто. Просто в яму провалились, да и все. Замечательно. Так, а здесь-то у нас где? Оркестровые ямы, где, я вас спрашиваю, а? Так, куры. Блин, они, ребят, тут умудрились как-то уничтожить, пройти. Так, давай-ка вот так еще сделаем с тобой. Здесь. Так, это еще... Это далеко не последняя волна. Вот что я тебе могу сказать. Так, надо побольше семечек высаживать здесь. Парашютисты, все дела, да? Не, ну Дейзи это, конечно, топочка, ребята. Жалко, я ее прокачать никак не могу. Ну-ка, давай. Так, ну курицы, я смотрю, проваливаются, да, в эту яму, которая делает оливковая косточка. Они там все стоят, они даже ничего сделать не могут, потому что, ребята, мы их этими испарениями просто станем. Тихо. Фух, провалились. Ну и все, видимо, это последние зомбики, с которыми нам надо справиться. Да-да-да-да-да, так оно и есть. Провались ты, все. Ну что, ребята, остается лишь последнее у нас испытание, после которого мы получим с тобой награду. Я так понимаю, пиньяту, в которой будут, наверное, оливковые косточки. Да? Видишь, тут написано 50 премиальных семян. Ладушки. Ну, давай смотреть. Оу, юрский период. Ага, тут вот так вот, значит, все, да? Васаби. Слушай, интересно, интересно. Сейчас посмотреть, что тут у нас получится. Идут, идут охламоны, а? Давай, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Чеснок, мне эта перчатка резиновая убивает, которая над ним находится. Так, я вижу. Где они там идут, бредут. Блин, один подсолнух это мало. Надо больше подсолнухов. Провалился. Так, васаби, ну-ка. Ой-ой-ой. Что-то немножко не то сделал. Так, подожди, подожди, а чеснок, а чё ты? О, так он откусанный, бедолага.
Так, а сейчас пойдет усиленная волна, кстати, я тебе скажу. И тут уже будет совсем не до смеха. Так, давай-ка, наверное, сюда поставим васаби с тобой, да? Подсолнух, давай, вставай быстрее. Интересно, а много урона наносит вот это вот электрический забор, а? Или нет? Так, еще один подсолнух поставим. Сейчас ведь придут эти динозавры. И начнется здесь кипишняк. Они уже идут. Пока еще примитивные эти бегут, да? Троглодиты, так назовем их. Так, секундочку, вот здесь вот что-то как-то не особо, блин, не нравится. Давай сюда, наверное, поставим. Я хотел посмотреть. А, ну все-таки я был прав, ребята. Да, она засасывает и уничтожает. Оу, как мы можем еще, смотри, бомбить их. Ну вот так вас тут еще не хватало. Прилетели охламоны, ребят. Так, секунду, что можем сделать? Черт его знает, что тут можно сделать. Сейчас они будут скидывать всех сзади нас, да? Предположим. Так, надо побольше, наверное, васаби выставлять. А раз они стоят здесь. Блин, мы что-то как-то еле-еле справляемся. А ну-ка давай. Что творят, а? Ты посмотри. Эй-эй-эй, провались. И он провалился, так. Все отлично. Косточку, косточку давай сюда, наверное, поставим. Один за другим просто проваливаются и все. И это круто. Так, это только вторая волна. Еще третья будет. Еще будет у нас третья. Голдблум. Надавал нам солнечной энергии. Отлично. Сюда, наверное, поставим. Васаби. Сюда, наверное, влепим. Ну-ка. А вот так лучше, да? Угу, лучше. Оу, гаргантюа, ребята, идет. Вот он, по-моему, может, да, разбивать. Сейчас проверим. Да, он может разбивать. Ему, понимаешь ли, все по барабану. Почему, только непонятно. Давай вот так вот сзади бомбить тогда. Ну, зжих, наяривает как электровеник. Блин, фигово. Есть, подбили мы его. Мы его подбили, а этот там идет, развлекается, да, я смотрю. Зомбарик-то. Сейчас. Сейчас, секунду. А что вот он делает, я не могу понять. Он просто... Вообще ничего не делал, ребят. Его просто сожрали и все. Да. Что-то там напрягался, напрягался. Зачем? Непонятно. В общем, вердикт такой. Оливковая косточка очень даже хороша. Ох, ё, это что такое? Тихо. Какой рев? Ё-моё.
Тут надо вжаривать. Вжаривать, ребята, по чернаку. Так, васаби, давай, давай, вжаривай. Так, отталкивать. Оглушенный, да, пока? Еще бомбанем. Так, мы его оттолкнули. Голдблум. Так, секунду, секунду, секунду. Давай вот так вот сзади по нему. Съели. Блин, ну вот эти вот крепкие, конечно, тут ничего не скажешь. Да иди ты. Да, вот так вот, если только его, ребята, отталкивать, да, и в этот момент именно васаби бомбит. Это круто. Так, подожди, подожди, откатись, блин. Мы его просто застанили. Ну, а что я переживаю? У нас есть с тобой газонокосилка каменная. Так что в любом случае здесь мы с тобой выиграем. Ты посмотри какой, а? Фух. Получилось все у нас. Так, ну что, друзья мои, давайте смотреть, что нам с вами достанется. 50 премиальных семян. На кого? Так. Угу. Магнифинг Грэс. Так, халапеньо перчик. Галактический орех. Банан, который, кстати, скоро прапается. И ледяной горохострел. Вот и все. В принципе, ничего сложного не было, на самом деле, ребят. Было даже прикольно. Что такое? Что за баг коинс? Не знаю. Так, давай-ка сюда зайдем. У нас, по-моему, здесь выполнены какие-то задания. Угу. 83 гема у нас. Так, на груди у нас все спокойно. По-моему, я ничего не тратил. Угу. Забираем. Все это мы с тобой забрали. В магазине, кстати, давай-ка посмотрим. Там должна быть у нас бесплатная пиньета. Что нам из нее выпадет? Угу. Теневой гриб. Угу. И чарт-гвард. Все, да, больше ничего нету. Больше мне ничего здесь не дадут. Мета, ребята. Можно, в принципе, прокачать ее. Ага, вот оно. А я думаю, куда это вы исчезли? Наконец-то не появились. Так, ну что ж, давай попробуем. Хотел сказать накопить. Ага, накопить. Тут замучишься копить. Хм. Могила ед скоро прапается. Давай еще. Так, и, наверное, мы возьмем с тобой мету. Я думаю, это будет нормуль. Так, еще десяточки. Это будет 135. Так, 10 клевера. Ну что, давай еще разочек. Фиг с ним. Еще один разочек. Так, 10 нарцисса. Ну и спрингбин. Так, я вот думаю, стоит ли нам вот этот вот брать или нет. У нас очень много с тобой этих конфет. Поэтому, ну давай возьмем. Ребят, все, ну что, солить нам что ли теперь эти конфеты? Так хотя бы прокачаем на второй уровень. Так, давай еще разок. Кстати, а там можно оливки пооткрывать. Хм. А сколько у меня вообще оливок? Ну, этих косточек, а? Давай-ка посмотрим. Зайдем мы с тобой куда? В наши растения, в нашу книгу. Сюда. И посмотрим. Оливковая косточка, значит. Так, у, ребят. Тут много надо. Что здесь, что здесь, да. Очень много. Особенно если покупать за гемы.
Не знаю, может быть, как-то еще на ивентах сможем немножко подзаработать. Ну, насчет нарцисса-то понятно. Сейчас идет ивент. Там можно будет хапнуть чуть-чуть. Совсем маленько, да? Так, ну что, ребят, тогда давайте мы, наверное, с вами будем закругляться, потому что на арену я уже не успеваю сходить по времени. Арбайт нам нужно. Так, и 20 пиньят мы с тобой теперь получим. Буквально в ближайшее время, ну и, естественно, и получим с тобой 30 нарцисса. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.